Надежда Мартынова – поклонница творчества самарского художника Валентина Пурыгина. В ее домашней коллекции даже есть несколько картин, где автор воспевает красоту и мощь реки Волги. Очень реалистично, очень похоже, очень узнаваемо, та же самая набережная. Он очень любил рисовать город, старый город. Людей, ну, они есть, но в основном вот природа. Чистота, свет, доброта, которая спасет мир. В Самаре в музее-галерее «Заварка» прошла лекция «Человек, природа и искусство». Заведующая музеем модерна Ирина Свиридова рассказала, как художники разных эпох изображали природу. Посетители познакомились с творчеством русского художника Ивана Айвазовского, французского живописца Теодора Жирико и многих других. К лирическому, к национальному пейзажу обращаются художники уже второй половины, там уже конца 19 века. И каждый художник через природные элементы может рассказать и о своем чувстве прекрасного, и о своих мыслях, чувствах и переживаниях. Сейчас мы можем взять телефон и пойти фотографировать на Волгу. Это будут тоже пейзажи, которые достойны галерей и музеев. Также гости встречи увидели деревянные скульптуры Сергея Ключникова. Уже более 10 лет автор превращает высохшие деревья в настоящие произведения искусства. Мы в том числе планируем сделать мастер-класс Сергея Ключникова, такой артисток, можно так назвать. То есть во время работы, во время того, как он будет вырезать и что-то показывать, мы будем плюс к этому с ним проводить такое публичное интервью. Выставка продолжит свою работу до 1 марта. Ксения Баканова, Николай Сидоров. События.